Сегодня работаем с Kia Sportage. Будем делать чип-тюнинг Евро 2. Блок у нас стоит 7К2К 241. Делать будем это все мы комбилотером через разъем. Открываем 241. Делаем идентификацию. Будем удалять также физические катализаторы. Файл прочитан. Вот версия калибровок. Чтобы его сохранить в обычном бинарном формате, нужно нажать сначала Shift, удерживать его и затем нажать сохранить. Блок управления SIM2K241 стоит он вот за аккумулятором. Здесь стоят два катализатора. Вот первый стоит, лямбда-зонд, верхний, нижний, и вот еще один катализатор. То есть вырезаем оба в этом случае. Так, первый катализатор уже вырезали. И что интересно, на этом катализаторе не было куска целого. То есть был целый кусок оторванный. Так, Kia Sportage файл мы модифицировали. Включаем зажигание. Загружаем наш файл. Сначала делаем идентификацию. Так. Затем загружаем наш файл. Файл загружен. И делаем запись. Нам достаточно калибровок. Заливаем только калибровки. Все, калибровки залиты. Вот так вот быстро
это все происходит. Выключаем зажигание. Включаем и заводим. Все, прошивка Евро 2 с тюнингом залита.